За последние годы благотворительность и социальные инициативы стали не просто трендом, а необходимостью. В частности, совсем недавно в качестве безвозмездной помощи компания Santa Retail передала на безвозмездной основе Брестской областной детской больнице для оказания помощи самым маленьким и особо нуждающимся жителям города и области видеоколоноскоп стоимостью 320 тысяч рублей. Детская областная больница – это учреждение здравоохранения третьего уровня, самого высокого. Это клиники, оказывающие высокотехнологичную помощь. Именно поэтому наличие такого аппарата это крайне важно. Мы забираем к себе детей из Брестской области, те, которые нуждаются в квалифицированной помощи, поэтому поступление колоноскопа для нас является очень значимым событием. Это позволит использовать колоноскопию в полной мере для осмотра детей с патологией толстого кишечника. Это выводит нас на следующий уровень диагностики, лечения этих пациентов. Данный колоноскоп имеет возможность проведения лечебных процедур, поэтому сейчас мы, конечно, в большей мере подготовлены. Всего за месяц через хирургическое отделение проходит около 300 детей с различного рода заболеваниями. Некоторые из них требуют хирургического вмешательства. И основной задачей такого рода операций является проведение процедур качественно, быстро, максимально бережно и без последствий. Это именно педиатрический колоноскоп. То есть его диаметр очень тонкий, меньше сантиметра. Поэтому мы проводим колоноскопии детям, начиная там, с младшего возраста. На сегодняшний день самый маленький пациент у нас был 2 лет. Мы можем диагностировать заболевания толстого кишечника на раннем уровне, поэтому и в основном его используем. Также, благодаря тому, что есть дополнительное оборудование, мы можем проводить и операции на толстом кишечнике, то есть эндоскопические. Это очень важно именно для детей. Сегодня с новым видеоколоноскопом в больнице могут проводиться сложнейшие операции без открытого разреза. Это позволяет избежать кровопотери и риска инфекции. У ребенка после такой процедуры не останется даже шва. Пока малыш спит, отличное изображение на мониторе с использованием разных спектров света позволяет увидеть, насколько изменилась слизистая. Немаловажный факт. После пробуждения пациент испытывает меньше дискомфорт и при хорошем раскладе может через пару часов идти домой. Мы можем обнаружить, есть ли язва, сколько прожжена слизистая толстой кишки, есть ли какие-то новообразования, и сразу же взять при необходимости биопсию, то есть благодаря этому прибору. Также мы можем диагностировать врожденные заболевания, то есть удлинение кишки, либо какие-то дивертикулы. Новое технологичное оборудование – это то, что было просто необходимо Брестской детской областной больнице. Но будем надеяться, что число пациентов хирургического отделения будет только сокращаться, в том числе и благодаря помощи компании Santa Retail. А лучший способ сохранить память о добрых делах – это повторять их.